Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Спрашивают, как... Алексей меня спрашивает, как справиться с волнением на самих соревнованиях. Ведь для многих психологически это достаточно тяжело. На самом деле вопрос очень тонкий, и здесь, наверное, невозможно ответить в камеру, потому что любой тренер, даже не имеющий большого опыта, должен лично пообщаться с учеником, чтобы понять его страхи, его проблемы, его отношение к тому или к той или иной проблеме. Поэтому здесь не ответить. Одно скажу точно, нужны специальные сборы, которые поможут вам в данном случае не волноваться и не бояться чего-то. Он должен был позабыть о... На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.